Доброе утро всем. Время 4 утра. Холодно на улице. Просто ужас. После наших плюс 20. Просто жесть. Сегодня, наверное, плюс 2. Едем на утряночку. Утряночку, вечерочку. В общем, на охоту. На водоплавающую дичь. Смотрите, не переключайтесь. Собака уже рвет и мечет, ждет уже. Вот такие дела. Потихоньку собираюсь, ну не потихоньку, а быстро собираюсь. Я и да пошел. Мы приехали на место, да, Тумаша? Собираемся потихонечку. Время у нас без 15:05, наверное, где-то так, а может и 5. Вечер, утрянку мы уже просрали. Ну ничего. У нас целый день впереди. Да, кумец? Ну, все. Ой. Раскинем сейчас чучела. Да будем смотреть на результат. Ну, сюда, в край кинуть. Ну, вот так. Такие вот уточки. Уточки, уточки. Все, живые уточки прилетели. Цены там не было. Вот так раскидались, такая сумка у меня. Все, залазим за себе и ждем. Гусиные стаи одна за одной. Тысячи гуся. Вон еще штук 400-500. Не знаю. Сюда не дойдут. Красота. Такого я не видел уже давно. Просто радуется глаз. А вон, фонарик вон, есть? Вон, кума, еще одна. Где? Вон еще сзади. Вон она. Вот на кума летит. О, еще. Тихо, кум, нет. Огонь. О. Ну да, где? Одна вот здесь валяется, две там. Одна где-то на полях валяется. Фонарик есть, Роман? Есть. Один вот здесь валяется. Сейчас я заряжусь. Просто и все. Так, это. О, вот он, вот он, тихо. Тихо, тихо. Есть.
Добивать только надо. Короче, 4 утки мы должны взять. Живая тоже он. Это еще начало только.